Здравствуйте, меня зовут Наталья Викторовна Жадько, я руководитель магистерской программы «Бизнес-педагогика». На нашей программе мы готовим бизнес-тренеров. Люди, которые к нам приходят, хотели бы научиться учить других. Они могут успешно учить других в корпоративных университетах, они уже прекрасно работают в открытых бизнес-программах, они пока не пробовали свои силы в этой работе и хотели бы научиться новой работе. Наши магистранты все довольно взрослые. Они приходят для того, чтобы работать вторую половину жизни. И эта работа должна приносить им огромное удовольствие. Мы учим четырем очень важным вещам. Прежде всего, мы учим проводить диагностику потребностей в бизнес-тренинге. Мы учим проектировать содержание обучения. Мы учим учить без потерь. Как работать с группой, как вовлечь людей в групповую работу, как сделать так, чтобы они вас слушали и понимали. Эти все инструменты и методики мы даем нашим магистрантам в течение 2,5 лет. Мы учим оценивать эффективность и результативность бизнес-обучения. И для всех, кто хотел бы освоить для себя новую профессию или улучшить свои профессиональные качества и навыки, мы всех приглашаем к нам. Хорошая новость. У нас в этом году 15 бюджетных мест. Вся наша работа в течение 2 лет построена как бесконечный бизнес-тренинг. У нас нет скучных и утомительных лекций, унылых домашних заданий. Вся работа проходит практически в аудитории, в ответе на вопросы, в подготовке тренингов, презентации собственных тренингов. И поэтому мы всех приглашаем к нам учиться, обрести новых друзей, создать новые компании. И мы будем очень рады видеть вас среди наших абитуриентов. Приходите. Вся информация о поступлении на сайте Московского городского mgpu.ru.